Снова приветствую всех на своем канале. И как вы могли догадаться, сегодняшнее видео снова посвящено нашему Стэну, капскому варану. Прошло 3 месяца с последнего кормления нашего Стэна саранчой. И только сегодня, спустя карантин, мне удалось закупить для Стэна десяток саранчи. И выпустил ее террариум, чтоб побегала. Побегала, поотдыхала, попривыкла к температурному режиму. Саранча очень разная в своем размере. В большинстве своем они достаточно крупненькие, но есть и мелкие. Некоторые из них уже успели полетать, попрыгать и утонуть в лоточке. К сожалению, вот эту саранчу я не успел вытащить. Признаков жизни она не подает. А вот эта искупалась и в конце концов оклемалась от безвременного утопления. И все 10 экземпляров саранчи пойдут на корм. Ну а в качестве добавки вот у нас тут гусеница бражника, которая выделяется своей повышенной длиной по сравнению с саранчой. Ну, как вы все знаете, что саранча диетический корм, поэтому давать его можно даже в таком большом количестве. Собственно, сам Стэн у нас прошел процедуру купания, так как по приходу с работы оказалось, что он забился в самый-самый труднодоступный угол, который только есть в квартире. И мне пришлось его очень долго, очень тяжело вытаскивать, за что я его поругал. Ну, но потом искупал. И вроде бы он потом быстренько отошел от обиды и от испуга. Одной рукой тяжело уже поднимать нашего варанчика в полотенчике. Все это время он грелся в своем полотенце, как убежище, на отдельном лежащем термоковрике, который я включаю, когда ухожу на работу. Ну, мало ли он выберется из террариума, захочет погреться, не забираясь в террариум. Поэтому вот дополнительный электроприбор. Вот тут он шевелит своим языком. Вот он, наш хищничек. Согретый весь, нагретый, помытый. Прокакавшийся после ванны и такого не очень удачного вытаскивания из не очень подходящих глубин. Но сейчас он погрелся и готов вернуться в террариум. И готов к обеду. Интересно, он сразу что-то обнаружит или сначала попытается? Уже что-то обнаружил. Но не сильно торопится. Он уже у нас большой, в нем 71 сантиметр длины. Оп! И он уже принялся за трапезу. Первая саранча стала жертвой. Надеюсь, мне удастся заснять его. А? Полетела, полетела. Да, трудно снимать, когда такое большое пространство. А вот тут двойная саранча. Очень забавно, что саранча любит сидеть друг на друге. О, о, о. Пошла движуха. Как и в прошлый раз, кому-то досталось прям в воде. А большинство саранчи забилось вон в тот угол.
Кто-то пожеван. Оп. Любое движение и... И охота начинается. Ну-ка, есть тут что-нибудь? Ну, где же наши претенденты? А, гусеница бражника придавлена хвостом. От некоторой саранчи остались только ножки. Вот там валяется нога. А тем временем Стэн ищет, ищет, ищет. Ищет, где? Где еда? Где еда? Немного пошевелившаяся саранча дала себя заметить. Кого же первым он съест? Трупика, но пока еще свеженького. Ну а потом пойдет гусеница бражника, соответственно, следом. Ну что смотришь? Приступай. Или тебе надоели гусеницы бражника? Ну, кто-нибудь остался? Кто-нибудь живой? Сожалению, ни одной саранчи не видно, по крайней мере, мне. Ну, что-то мне подсказывает, что все-таки кое-кто еще живой. Ага. Вот он, одноногий бандит. Лишь бы он не собирался оттяпать мне пальцы по совершенной случайности. А, саранча применяет запрещенный прием. Кто-то еще живой? А, Стэн явно не смог найти, не смог нормально закусить саранчой и в результате пожевал и отпустил. А сам скушал. А, вот теперь исправился. Ну и кажется, гусеница бражника его совсем не интересует. Она остается вне поля его зрения. Вот потому что он немножко линяет. Можно увидеть по текстурке шкуры, что она уже должна сходить. Ну, закусишь гусеницы бражника. Видимо, он хочет найти. Чувствует, что еще не все. Игра еще не окончена. Где же еще кто-то? Давай. Поисковую машину врубайся. Но саранча достаточно хитра. Самая крупная саранча спряталась вот за бревном. Буквально вон там. Отсюда прям очень трудно ее увидеть. Очень трудно. Ага, вот еще одна. Саранча любит почему-то именно по углам прятаться. Но ничего, мы ее спровоцируем.
Наш ящер безучастен, судя по всему. Видео получается достаточно длинненьким. Я чувствую, что он... Хо-хо-хо. Ответ на движение. Немножко поперек стало, но ничего, он быстро с ней справился. Вот тут осталась одна жалкая нога. Сомневаюсь, что он будет ножку есть. Ну да ладно, ножку мы потом выбросим или отдадим другим жителям нашего уголка. А пока что нужно спровоцировать последнюю саранчу. Выбраться из своей норы. А, вот она. А тем временем Стэн заглотил гусеницу бражника, не подозревая, что его ждет десерт. И эта саранча также потеряла свою ногу. Ну, судя по всему, наше пиршество закончено, поскольку я не больше ни одного претендента не вижу. Саранча. Саранчой было покончено. А для нашего варана это был достаточно, хоть и диетический, но тем не менее подходящий, достаточно сытный ужин. Хрустящая капустка и сочный червячок. Ну а на сегодня все. До новых встреч. Наш Штен пойдет, побродит и успокоится.